Харькове легли системы коммунальных компаний. Насколько серьезные последствия, узнаем у Светланы Шикеры. Она с нами на связи тоже по телефону. Добрый вечер, Катя. Харьковчане, можно сказать, отделались легким испугом. После обеда вирус парализовал работу местного телеканала «Симон». В качестве профилактической меры во время атаки отключили сайт областной администрации. Не работали веб-ресурсы и компьютерная система Горгаза. Сайт предприятия не открывается до сих пор. Такая же ситуация возникла с порталом водоканала, но коммунальное предприятие работает в обычном режиме. Только на сайте невозможно ввести показания счетчиков. Сбоев в работе метро не было, там успели разъединить внутреннюю и внешнюю сети, поэтому пассажиры рассчитываются карточками без проблем. Успели отреагировать и железнодорожники. Диспетчерские скорой медицинской помощи и службы по чрезвычайным ситуациям работают в штатном режиме. А вот кассы некоторых супермаркетов до сих пор не могут принимать платежи с банковских карт. Ну, неудобства ощутили больше сотрудники торговых сетей, нежели покупатели. Банкоматы одного из крупных государственных банков также отказывались снятие наличных, но сейчас деньги уже можно снять. С перебоями в данный момент работают и некоторые веб-терминалы по оплате услуг.